Купить билет в один конец. Я уехала в 5 лет и вот вернулась. Вы вернулись пожить в Японии, да? Найти источник вдохновения для своей книги. Мои успехи на литературном поприще были куда скромнее молниеносного погружения в жизнь японцев. Встретить большую любовь на другом конце света. Ты прекрасна, прекрасней всех. Открыть свои чувства. Мне было 20 лет. Я еще не нашла то, чего искала. Обрести себя и научиться любить жизнь. Как сложно быть японкой. Да, быть японкой нелегко. По роману Амелина Томб «Токийская невеста». 21 марта в 21:55. Премьера на Еврокино.